Вот, приветствую всех, кто смотрит это видео. Это я уже на утро следующего дня фиксирую тот участок, с которым я сейчас буду работать. Вчера я начал его снимать, но так и не продолжу уборку. Сейчас пришел я на следующий день, буду продолжать вырывать кустарник и снимать, что у меня получилось. Сегодня я работаю один. Вот. Ну и посмотрим, что я сегодня успею сделать. Вот. Повырубал, повырывал. Короче, на этом месте я провошился 2 часа. 2 раза отдыхал, потому что жара стоит невозможно, уже просто голова болит. От переутомления, хоть и в панамке. Потом, наверное, к концу дня, когда немножко жара спадет, я уже буду вытягивать все эти ветви, которые срубил. Там сейчас вот пойду за деревом, виден кленик и дубок. Надо их тоже выкорчивать, но там такая групповое корневище, поэтому немножко будет сложновато. Фух, конечно, жара. Не знаю, сколько потом. Может, узнаю. Ну, к 30-ке, я думаю, идет. Это еще в тени. Духота у нас и влажность высокая очень. Поэтому вдвойне тяжело переносится. Жара. Сейчас пойду передохну и буду менять положение. Вот после небольшого отдыха сейчас буду приступать к чистке этой зоны. Я перед этим ставил штатив где-то в том месте. Теперь перешел на другую точку. Получается, буду стараться придерживаться вот границ кладбища от этого забора до того забора. Пока погоним такую одну сплошную линию. Дома я сделаю себе такую схему по квадратам, разобью кладбище, чтобы было проще как-то снимать. Вот эти все ветки, наверное, я буду выносить в конце дня. Сейчас пока поработаю по очистке вот этой территории. Фух, как оказалось, это был не кустик. Один был новый кустик. Так. А второй был пенек, который остался от некогда ранее срезанного дуба. Получается, мне надо продолжать двигаться в этом направлении и выходить на уровень с теми мацевыми. Я думаю, уже надо что-то конкретно на очищенных участках начинать делать. Фух. Я уже не снимаю процесс работы, потому что это, во-первых, как бы скучновато смотреть, потом монтировать тоже не очень интересно. Как бы до, после. А уже вот когда вот поднятие мацев будет, я думаю, да, я буду снимать только сам момент, когда поднимаю, то есть после привязывания. Потому что выплывают мацевы прямо на глазах. Ну что, будем двигаться в этом направлении.
конечно, такой жарой невыносимо работать. Поэтому я буду закругляться. Собираться уже домой. Пойду в Минск. Потому что надо подготовиться к выходу на работу. Одежду собрать. Ужины там наготовить. В общем, вот эту кучу я доложил. С сегодняшнего дня, что посрубал, и вчерашнего. Получается, это было вчера, это сегодня. Эту я не трогал. Ну, по тем местам, где я вчера ходил, я уже не пойду. Ну вот, я где-то отсюда снимал, как валили дерево. Вот как расчистил. Ну, тут уже, наверное, штук, не знаю, сколько мацев видимых. Не учитывая те, которые еле-еле проступают из-под земли. Вот. Как текст виден хорошо. Даже без пены. В общем, вычищал я вот этот периметр сегодня. Хотел. Жира просто невыносимо. Вот, проступают. А видно их не было. Вот этот пенек, который никак. Ну, я корни немножко подрубил по кругу. Буду надеяться, что погибнет. Хотел вот это добить. Выйти уровень с той отметкой. Ты просто 20-30 минут работаешь, так голова болеть начинает от жары. Чтобы тепловой удар не получить, надо приходилось очень много отдыхать. Не знаю, сколько градусов сегодня. Ну, 29 градусов. Может, уже и 30. В общем, посрезал я нижние ветки, которые мне мешали ходить. В конце я тут немножко не убрал. Надо, конечно, и граблями. Но одному это очень тяжело. Было бы очень здорово вот правильно вот сделать сразу костер. Туда вырванные с корнями носить и сразу сжигать. Следом шли бы люди с граблями. С граблями собирали эту листву. И тоже ее в костер. Надо где-то определиться все-таки с местом. Но сейчас такой сухотой, конечно, это все делать нельзя. Ну вот, и вышел я к этому уровню. Вот. Ну вот скрытых сколько. Это вот я тоже тут уже не стал там. Не стал ничего не сгребать, не копать. Потому что я бы сегодня ничего не успел бы туда. Поэтому надо все-таки один, вот три человека, вот это было бы просто супер в день, чтобы кто-то работал. Два, это уже лучше, чем ничего. Ну, одному-то долго, но все же реально. Я даже не знаю, в каком процентном соотношении очищено кладбище. Тоже сегодня пытался по видео Шапира найти. Найти мацеву одну, но пока так и не нашел. Где-то она в этом зароснике. Либо упала, либо не понизила. Ну вот. Камни или мацева, непонятно. Ходишь, вот даже под ногами чувствуешь, где почва более мягкая. Вот понятно, корнями вот, когда вырывал, как и изрыто вроде бы. Но это сгребать тоже надо, куда-то убирать. В общем, буду я собираться домой.
уже, наверное, либо на следующие выходные, либо в другой раз когда-то приеду, продолжу работу.